Задержан пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции в Туркестанской области. Ночью полицейские в Ардабасинском районе на одной из улиц поселка заметили автомобиль УАЗ-Патриот, движение которого вызвало подозрение. Сотрудники полиции последовали за автомобилем и указали водителю остановиться, но он не прислушался к требованиям стражи порядка. Включил скорость и попытался скрыться. Полицейским удалось догнать подозрительный автомобиль и остановить. 40-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, не подчинялся сотрудникам полиции, грубо себя вел. Стражи порядка доставили мужчину на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что водитель находится в тяжелой степени алкогольного опьянения. Как выяснилось ранее, автолюбитель был лишен права водительского прав на 7 лет за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение закона. В настоящее время мужчина арестован, проводится досудебное расследование.